После большого количества жалоб на крупные торговые сети от жителей Ивантеевки, полученных на портал Добродел, администрация города организовала рейд. Здесь видно, что условия хранения от даты изготовления 40 суток, то бишь 7 июля срок годности у этой форели вышел. Теперь представители общественной палаты и депутаты городского совета будут еженедельно заглядывать в магазины, чтобы помочь торговле списывать просроченную продукцию с прилавков. Просрочено, может быть, вы как-то не досмотрели. То есть вы смотрите на дату выпуска товара, но не всегда обращаете внимание на количество дней, которые даются на ее реализацию. И вот здесь у вас в группе товаров идет просрочка буквально 2-3 дня, где-то чуть побольше. Тех, кто не уследил, не досмотрел, а значит и рисковал здоровьем людей, ждут административные наказания. Они пишут объяснительную, есть акты, если это злостное как бы, нарушение, в том плане, то, что если человек был уже не первоначально, то есть замечен не добросовестной работе, то вплоть до увольнения. Если вы обнаружили некачественную продукцию в каком-либо магазине, не проходите мимо. Посодействуйте в решении проблемы и обратитесь в Роспотребнадзор. Именно на эту службу в соответствии с действующим законодательством и возложен контроль за качеством продукции, которая реализуется в магазине. По результатам рейда в магазине «Магнит» на улице Первомайская, 29, в течение получаса было выявлено 13 наименований продуктов, непригодных к продаже, на сумму почти 2000 рублей.